микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты, все вместе. Это очередной матч чемпионата. Сегодня Боруссия Мёнхенгладбах встречается с берлинской Гертой. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Интересно, что нового приготовил для нас, а главное для соперника Мёнхенгладбах. В середине таблицы расположилась команда. Сезон заканчивается. И что, надо бы попрощаться с болельщиками парочкой красивых побед. Нет, не дошел этот пас до адреса. Тут может что-то получиться. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли посмотрит. Такую стенку умел пробивать Мишель Платини. А как на тренировке? Так, здесь штрафной. С самого начала арбитр задает планку дозволенную. Только-только матч начался, и уже один из главных героев известен. Это арбитр, который сегодня спуску никому не даст, похоже. Да, и вот этот игрок совершенно ненужно посадил себя на карточку в самом начале матча. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Ибраима Трауре. Пока неплохо. Опасно! Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Соломон Калу. Пол команды обыграл. Ничего себе. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Азар. Рафаэль. Это может быть опасно. Защитник справился с задачей. Мяч выбил. Мяч у соперника. Кристоф Крамер. Рафаэль. Мёнхенгладбахская Боруссия готовится исполнить угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Нарез в штрафную. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Ждут партнеры. И пробил. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Сумасшедший гол. И вратарь не понял, как это произошло, по-моему. Но очень просто. Качество паса – это качество игры. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Может получиться интересная атака. И как опасно пробил. Ибраима Трауре. Ларс Штиндель. Хорошо укрывает мяч корпусом. Штиндель! Это может быть опасная атака. Владимир Дарида. Азар. Увидел открывание впереди, делает передачу. Вот это удар! Вратарь ждал этого мяча. Леки. Ларс Штиндель. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ибраима Трауре. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Навес в центр штрафной. Нельзя давать мяч и обрабатывать в штрафной. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Головой отдал он мяч партнеру. Заканчивается